Давайте прочитать Римлянам 8 глава до 18 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего и победил плоти греховной жертвы за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимы Духом Божиим, суть Сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Аба Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только никогда, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешними временами страдания ничего не стоит сравнение с той славой, которая откроется в нас. Братья и сестры, Бог говорит через это Писание, чтобы мы жили по духу, не по плоти, чтобы мы имели жизнь вечную с Богом. Братья и сестры, я хочу еще одно место прочитать. Это будет Псалом 1. Блаженный муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он и делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметающий ветра, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых потомков. Братья и сестры, дай нам Бог поможет, чтобы мы жили по духу, не по плоти, и это значит, чтобы мы делали хорошие вещи, говорили хорошие слова и шли в добрые места.